Теперь секрет фокуса. Изначально бубновая мазь должна лежать вот в таком порядке. 8, 7, 3, 4, 9, 10, король, 5, туз, 6, 2, валет, дама. Вот в этом порядке должны лежать карты. Дамой кверху. Вот. Дама наверху. Все. Первый раз вы перетасовываете колоду обычным нормальным способом. Вот этим, тасовкой. Второй раз вы снимаете небольшую часть в левую руку и также перетасовываете. Обязательно два раза. При этом бубновая масть не поменяла свой порядок. Она по-прежнему в том же порядке будет. Вы ее просто вытаскиваете из колоды, не нарушая порядок. Вот таким образом. Все. Вот. Далее следуют тасовки. Первое. Снимаете две карты. Остальное наверх. Три карты. Остальное наверх. Четыре карты. Остальное наверх. Далее. Сбрасываете три карты. Две карты. Три карты. Две и три. Далее чередуете одна через одну. Потом все это снимаете и кладете наверх. Ну и последнее. Одну на стол, одну вниз. Одну на стол, одну вниз. Одну на стол, одну вниз. И так до конца. В итоге у вас получится порядок. Вот и все.